украденное и подаренное, а в нашем варианте given and stolen, конечно, мне кажется, понятие этого носилось в воздухе. То когда тебя видят снимающего, смотрят тебе в глаза и не протестуют при этом, то люди фактически дарят тебе свой образ. Если же я снимаю скрытой камерой, да, меня никто не замечает, и я стараюсь это так сделать, то я краду эти лица, эти изображения, эти моменты. Вот и все. Хочется снять кусочек жизни и как бы не вторгаясь в нее, не нарушая всю эту мизансцену. Поэтому я никогда не пользуюсь вспышкой, да. Ну, на концерте понятно, что это там художник выставляет. Но и когда в жизни ты пыхаешь вспышкой, естественно, там все, на тебя обращают внимание. Люди начинают по-другому смотреть. Мой главный куратор Аня Зайцева показала мне, ну, штук 15 работ Игоря Верещагина. Я никогда не слышала эту фамилию. Я никогда не видела его работы. И это была серия в основном «Метро». Здесь есть буквально несколько фотографий из того, что вот я видела первый раз, которые вошли в экспозицию. Вот эта девочка, вот этот ребенок, вылезающий из-за стула. И я поняла, что я влюблена, что я имею дело с абсолютным классиком мировой фотографии. Белый цвет для меня скорее это предвестник того, что можно что-то сделать, можно что-то сотворить. Черный цвет – нет, для меня ничего отрицательного в черном цвете нет абсолютно. Я просто его рассматриваю как совсем темный shade of grey, да? Просто это момент, из которого может родиться что-то. Дело в том, что когда мне было, не знаю, года полтора-два, я не помню точно, я оставался один с бабушкой в городе Каменск-Уральский, да, где я родился. Мы жили на третьем этаже сталинского дома такого. То есть по нынешним временам это высота примерно 4-5 этажей. Вот, бабушка отвлеклась, готовя что-то на кухне,
А я, любопытствуя, вылез в окно. Там был достаточно широкий карниз. И прошел до окна кухни. Она меня увидела в ужасе, представляешь, что это такое. И она вышла вслед за мной из комнаты в этот, по этому карнизу, взяла меня за руку и завела. Но это все рассказы. А я помню отлично, просто головы девчонок, и они скакали на скакалке. Вот такой вид сверху. Вот это мое первое воспоминание. Но он чувствует настроение, он создает какую-то атмосферу и ловит какие-то моменты интересные, которых, в принципе, у многих фотографов нету. То есть чисто констатация факта, либо там правильно выстроенный свет, правильные позиции, а здесь как бы жизнь, и она реально увлекает и затягивает. Мне вот понравился фото с милиционерами с гитарой, прям шедеврально, я считаю. Мои любимые города – это Нью-Йорк, Лондон, пожалуй, и я ничего про них не понял, поэтому они мне и интересны. Вот, потому что это, конечно, бесконечность, каждый город. И, конечно, мне хотелось перво-наперво увидеть Эбби Роуд, да, это студия, в которой записаны самые мои любимые пластинки из рок-музыки, да, и потом столько мест, в которых я хотел побывать, потому что, ну, в детстве я читал, естественно, Шерлока Холмса, и у меня даже на нашей Рябиновой улице, на моем доме была прибита табличка «Бейкер-стрит 221Б», значит, я там школьником развлекался, вот. Эти все места, Альберт Холл, который там впервые услышал о нем, конечно, в «Сержанте». Вот. И ну, много-много мест, которые хотелось увидеть. И Лондон очаровал с первого раза, конечно, и навсегда. Мой отец, как комсомолец, был в делегации молодых строителей братской ГЭС в США. Причем пригласили их не кто-либо, а YMCA. И они там месяц с лишним были в разных колледжах, университетах и так далее. И в Оберлинском колледже профессор музыки подарил отцу Колтрейна «Blue Train». И вот этот «Blue Train» я уже в апреле 1961 года слушал и любил. Ну да, ну как-то... Отец вообще не понимал этого. Он смеялся, смотри, что там грохочет. Но мне очень понравилось. Помимо удовольствия, ну, музыка у меня вызывает скорее ассоциации с какими-то моментами в жизни. Вот я вообще удивляюсь как бы удачному названию, которое сделал Андрей Макаревич в своей группе. Он живет в своем замечательном мире. И почему я буду этот мир, скажем, мой мир, сравнивать с миром Рокфеллера, который, кстати, умер? Вот он умер, и я жив. Не надо сравнивать, потому что, может быть, я имею больше, чем он. Игорь имеет так много, что я боюсь задавать ему вопросы. А почему это вот так, а это вот так? А он все знает, у него все есть, у него все получается, он очень спокоен.
Знаете, сколько людей замученных неврозами, отчаянным желанием чего-либо добиться. А вот это все идет, как будто босиком по теплой травке. Таких людей немного. Пожалуй, побудительным моментом был телевизор, который в 80-е годы еще можно было смотреть в конце, когда я вдруг увидел, как Гарик Сукачев поет «Моя маленькая бэйби». Да? Я долго стоял перед телевизором, и как-то у меня мысль такая возникла, что нужно куда-то поближе, наверное, переезжать. А практически тоже случай такой, что Братск был в конце 80-х, в начале 90-х. Это то, что лихие 90-е, да, это вот самое то. И моя дочь заканчивала школу, был выпускной вечер, но как раз в это время взорвали какого-то бандита в машине. И местные бандиты постановили, что выпускных вечеров не будет по всему городу, а будет траур. Но у меня были друзья, милиционеры, конечно, они, значит, помогли нам сделать этот вечер выпускной. И потом мы были на берегу моря, значит, там у костра, и то нас охраняли с автоматом люди, да? И приезжали бандиты и пугали еще при этом. Я как-то подумал, что я не готов жить в городе под командованием бандитов, и поехал в Москву. Москва мне представлялась такой, как она представлялась, видимо, Костику в фильме «Покровские ворота». И также я примерно ее и воспринял, потому что я сразу попал вот в это культурное общество, в клубы, в эти группы, которые многочисленные были. Да? И мы в воскресенье поехали в Третьяковскую галерею. Ходили, а потом я ей говорю, а почему бы нам не посмотреть на Верещагина, апофеоз войны. Народу было немного, а мы пошли в этот зал, и возле картины стояло два человека. Это были Александр Эвскляр и Диаманта Галас. Вот так. У меня уже был фотоаппарат с собой, и я их сфотографировал в это время. Первый концерт, который я снимал, видимо, это был концерт в Амхате, где его еще папа играл на тубе. Вот. А после того, как я снял концерт, показал Гарику фотографии, он позвонил мне и пригласил, чтобы я был фотографом, стил-фотографом на его фильме первом, который он начинал снимать тогда, «Кризис среднего возраста». Ну, и с тех пор я на всех фильмах его снимал, ну и большинство концертов. Это непредсказуемый арт-объект. Потом нет такого концерта, чтобы он как-то не на 120% выложился. Просто не бывает такого. Если даже он говорит, что да, как-то вот сегодня было не очень, но это какие-то его внутренние, потому что когда он на сцене, это просто фейерверк, и
непредсказуемость. И он такой производит впечатление вечно молодого. Потому что, не знаю, энергии не убывает с годами. Я не заметил абсолютно, чтобы хоть на грамм снизилось. У меня есть такое ощущение, что я его фотографии узнаю. Чем, не могу понять. Может быть, лицами. Всегда есть люди, они вроде бы из толпы, но у них есть что-то запоминающееся в лице, да? То есть ты смотришь фотографию ребят, которые сидят на лавочке, потом видишь фотографию там Лёвы из Би-2 в машине. И, конечно, они отличаются, потому что Лёва больше количество людей знает, и поэтому его узнают, да? И ты не узнаешь, но ощущение, что ты их узнаешь, есть вот это вот. Краду больше, вот так, потому что все-таки даренное, это, мне кажется, больше подходит для тех, кто снимает в студии или по просьбе и так далее. А в стрит, если взгляд упирается в меня, снимающего, и это действительно подарок, потому что люди не очень склонны к тому, чтобы их фотографировали незнакомцы. Когда я начинаю снимать, я не ставлю себе задачи и тем более уже не знаю, что получится. Ну, как-то общие мысли, возможно, есть, для чего я иду на концерт, да, например. Конечно, тут все просто. А если говорить про уличную фотографию, это чисто ситуативно. Если я увидел какую-то сцену или мне понравилось пространственное расположение предметов или состояние природы, вот это только влияет. А как это получается, я не знаю. Ты знаешь, я Костик возраста Хоботова. Вот так.